Призрак и его дети. Черный красавец. Драгон. 4,5 месяца. И Цербер. А сколько Церберу? 2 и 3. А, 2 года? 2. 2 года и 2 месяца. Такое семейство немецких овчарок длинношерстных. Во главе с шикарным черным признаком. Призрак, конечно, он и чемпион по работе. И вообще очень красивый и умный. Сам по себе. Вот. Хочет, чтобы с ним поиграли. Побросали ему игрушку. Сейчас они все это захотят и побегут. Все, обманули их. Не? А игрушка-то тут. Есть. Кому достанется, конечно, призраку. Папочка всегда с игрушкой возвращается. Всегда возвращается с игрушкой. И никто не смеет забрать.